Сели мы с Димой заниматься. Очень давно уже не занимались. Очень-очень-очень-очень давно. Сейчас мы проверим, знает ли он алфавит. У нас вот такой вот алфавит. Это от магнитной доски. Кстати, очень удобно. Очень здесь хорошие буковки. Так, сейчас. Давай. Говори букву. Давай с самого начала алфавита, Дим. Как бы ее приспособить-то. Какая буква? А. Молодец. Это Б. Молодец. Это В. Молодец. Г. Это? Д. Молодец. Тут матушка падает. Ну, ничего страшного. Не. Вот это. Е. Е. Это? Ё. Ё. Молодец. Зе. Ж. З. Зайка, да? З. Это? И. Молодец. Это я заговариваю здесь. И. И, да? И. Угу. Фу. Молодец. Это. Ты ее везде пишешь. Хэ-хэ-хэ. Хэ, он везде ее пишет. Это? Это. С. С. Цапля. Где? Цапля, да? Как? С. Цапля. Кака ходит, да кака, да ходит кака так. Да, как цапля. Я тебе нужно, говорю, Диме, надо ходить как цапля, а то ты тапочки все порвал. Да, у тебя там дырища огромная протерлась. Тебе показать хочешь на другом, да? Вот. Где она? Это не та, на другом тапочке у тебя. Вот она, девочки. Вон она там, огроменная дырища. Потому что надо ходить как цапля. Дальше. Это С. Че. Это? Это. Ти. Ше. Се-се. Ти. Ще. Се. Это вот ше шар. Шар. А это ще. Щетка. Щетка. Зубная вот. Зубная. Щетка. Щетка. Вот она на такую букву начинается. И плюс я этого оказалось. Сейчас дойдем. Давай. Г. Нет. Это знак. И. Г. Это? Это. Твердый знак, да? Г. Потому что, видишь, у него какой хвостик. Это твердый знак, а это? Это. Другой знак. Мягкий. Мягкий. Позабыл я немного. Такой мягкий, я такой мягкий. А, он вот такой, да, мягкий? Ну, хорошо. Это? Се. Эхо. Когда в подъезд выходишь, ты помнишь, кричишь, а тебе кто-то как будто отвечает. Вот оно, эхо. Видишь, вот завтра пойдем с тобой гулять. В подъезд выйдешь, крикнешь. Эй, крикнешь. И тебе будет по всему подъезду. Эй, эй. В лесу так тоже бывает. Ну, в лес мы с тобой не скоро пойдем еще. Так, здесь какая буква? Это Ю. Ю. Молодец. И последняя? Я. Я. Молодец. Это у нас с тобой был алфавит. Это подожди. Алфавит. Дима алфавит знает наизусть, он его как-то выучил прям недели за две, наверное, тоже. Очень быстро. А пойду писать. Иди посикай. Вот. А здесь у нас дальше идут циферки. Цифры, конечно, он не знает визуально, он их никак не помнит. Никак их не может запомнить. Это что-то для него прям вообще очень-очень сложно. И еще вдобавок свекровь решила, сделали они большую ошибку. Они начали его учить сложение. Вычитание, сложение 1 плюс 1, то есть вот эти вот все, он не знает цифр. И плюс вот это, конечно, это еще ему слишком рано для 3 лет. Эти все. Да, ну давай вспомним. Какая цифра? Нет, вот это вот, первая циферка. Да не это. 0. Там 0, да. А вот это? Где-то? 4, 8, 9, 10. 1. Он считать вот умеет до 30, он умеет считать. А вот визуально цифры он не знает. Никак не можем. Сложно это у нас все. Это какая? Это 5. Нет, это 2. Это 2, 2. Это? Вот. Это какая? Смотри. Вот у меня 5. Это здесь. 3, цифра 3. Это 2. Ну, похожи они, да. Это какая? Это. 4. 4. Это? 5. 5, да. Это? 6. 6. Это? Это? 7. 7. Это? Какая? Это 0 и 0. 8. 9.
Десять. Десять. Дальше мы с тобой не будем. Где плюсик? Восемь плюсик. Минус. Минус где? Восемь минус. А равно? Ну, восемь. Молодец. Это ты помнишь? Это ты помнишь, да? Это тоже. А вот это не помнишь. Не знаю, как ему с цифрами. Пыталась, но он сейчас снова попытается. Знаешь. Так, здесь у нас идут уже 1000 упражнений для обучения чтению. Дима читать уже учится давным-давно, уже некоторые слоги знает. Так, сейчас открою. Опа, батюшки. Ой, вот она неудобная тем, что она закрывается. Вот тут мы с тобой учили. Она закрывается, надо ее распечатать, что ли, отксерить, не знаю. Давай. Где это? Какой слог? Это Б. Б? И буква какая еще? А. Получается, какой слог? Д-да-о-ва. Б-а. Ба. Дима. Ба. Баба. Да. Слово баба, например. Здесь смотри. Б-о. Правильно. Какой слог получается? Д-о-о. Нет. Какой слог получается? Папа. Бо. Бо. Тоже давно не повторяли, конечно же, он уже ничего не помнит. Бок. Ладно, попозже с вами продолжим, а то это затянется. Дима отправился нас отдыхать. Давно не занимались, он подустал. Обычно мы прям занимались очень подолгу. Больше 5-10 минут он мог спокойно сидеть. Сейчас уже он долго очень болел. И летом тоже мы не занимались, потому что в разъездах то на то дачу, то туда, то сюда. Вообще было не до этого. Да, но он помнит. Да, буквы, в принципе, он помнит. Цифры, конечно, забыл, все заново придется. Да. Прям с этой подушкой носишься, Дима. Да? Да, я. Немножко забыл. Надо все-таки ему немножко отдыхать. 5 минут позанимались и отдыхать. Да? Да. 5 минут позанимались и отдыхать. Здесь есть имя Аня. А у Димы есть появилась подружка. Первая любовь. Да, Димочка? Вот и как ее зовут? Как зовут девочку? Как зовут девочку? Аня, вчера, пока я ходила в магазин, Дима гулял с бабушкой. Да? И бабушка рассказала, что, оказывается, пришла Анюта. Она живет в нашем же доме, в нашем подъезде живет. По-моему, если я не ошибаюсь, она чуть-чуть постарше Димы на год, вроде бы, потому что она повыше. Это цветы передать. Да? И Дима Анюте подарил цветочек. В песочнице нашел цветочек какой-то, листочек, цветочек какой-то, уже зима, снег. А он нашел цветочек и Анюте подарил, да? Да. Тебе Аня нравится? Анюте, это палка, да? Первая любовь, да? Аня, красивая девочка? И они вроде как дружат. Я еще сама, честно говоря, особо... Ну, я видела на улице. Но мы сколько выходили с Димой гулять, мы их не видели с мамой. Они тоже гуляют. Я спрашивала у Димы, ходит ли Аня в садик. Ходит в садик? Я и хожу. Аня ходит в садик? Аня не ходит. Не ходит. Вот он мне отвечает, что Аня в садик не ходит. Что они... Но я не вижу никак, чтобы они гуляли. Свекровь мне вот рассказывала, что они дружат. Мама вот рассказывает, что они дружат. Гуляют вместе. Но сколько мы не выходили, я не видела. Никак они мне не попадаются. И как они выглядят тоже, я толком даже и не знаю. Видела зимой один раз. Мы шли как раз на дачу. И они навстречу шли. Я только услышала от нее: «О, Димочка идет! Привет, Дима!» И все. Я поздоровалась как бы и все вот один раз. Да? Да. Да. Я не видела никак что-то. Я не знаю, в какое время они гуляют. Я смотрела, выглядывала в окно, думала, сейчас они, может быть, гуляют, и мы тогда выйдем. Никак нету, и нету, и нету. Да? Есть. Да. Да. Ты сразу такая птица какая девочка. Девочка, наверное, красивая, да? Анюта. Аня, мы тут пытаемся прочесть немножечко с Димой уже. Вот, да? Да-да. Давай, смотри, а тут какое имя? Ты его тоже знаешь ведь. Какая первая буква? Не знаю я. И. И. Ну что ты?
Да, Панечка, о Нюте думаешь, да? Какое у него сразу выражение лица стало другое. Чего ты? Кого? Ты кому поцелуй посвящаешь свой? Маме я писаю. Ах, ты маме поцелуй посвящаешь. Спасибо. Пока что маме. Ах, ты как он целует маму. Так, застали мы такую книжечку теперь с Димой. Это, кстати, в фикс-прайсе я еще давно покупала. Вот, тут смотри кто. Мартышки, да? Обезьянки. А, обезьяна, да. Вот, обезьяна. Обезьяна очень ловкая. Она любит играть и прыгать совсем как дети. Я думала, тут стих будет. Вот, смотри, а тут окошечки. Окошечки, смотри. Это клик. Здесь написано... Здесь видишь картинка? Картинка. И текст. И текст. Как обезьяна носит своих детей. Ты знаешь как? Нет. Как? Вот так носит. Вот так носит обезьяна. Не так. Как она носит? Так носит. Ты не знаешь даже. Надо уметь животных смотреть, не мультики. Вот так вот. Опа! Открывается. О, верхом. Верхом на спине. А я почему-то всегда думала, что они снизу прицеплены. На животе. Видишь, верхом. Это... Все больше там не открывается. Угу. На спине носит, да? Вот так. Мишка, так. Есть. Здесь смотри. Здесь. Что обезьяна ест на обед? А что она кушает? Кашу кушает. Кашу? Кашу. А кто ей кашу варит-то? Мама варит. Мама варит, ты думаешь? В природе обезьяна на ветке будет варить кашу? Ты правда так считаешь? Открывай. Опа! Что это такое? Это банан. Банан кушает обезьяна. Банан кушает. Они любят банан. Они живут в природе, на ветке. У них нету плиты и квартиры. Ребенок. Так, теперь здесь обезьяна... А что обезьяна делает лучше всех? Лестница ходит обезьяна. Ну, лестница, по лестнице ходит. Что она делает лучше всех? Она лазит. Лазит. Она же по веткам лазит, прыгает, скачет по веткам. Ба, мы с тобой учили животных, как кто разговаривает, а чем они занимаются, мы с тобой не учили, да? Лазит по деревьям, видишь? Обезьянка лучше всех лазит по деревьям. Видишь, она лезет по дереву. Они перепрыгивают с ветки на ветке. Да. На ветку, вернее. Это все. Там вот они лазят, всякие у них аттракционы. Книжка же называется «В зоопарке». Вот. Дальше мы с тобой будем завтра смотреть. Давай мы пока с тобой вот так вот. А то ты так эту книжку у меня за один день пролистаешь, да? Сейчас я другую принесу книгу тебе.